В Саратове выбрали мисс и мистер студенчества 2015. Конкурс проходил в два этапа. По итогам первого были выбраны финалисты внутри высших учебных заведений. А уже из них во втором этапе выбрали тех, кто будет бороться за титул в финале. Гала-концерт областного конкурса прошел накануне на сцене Академии права. 11 юношей и девушек представили на суд жюри и зрителей видеопрезентацию о себе и своей семье. Показали творческие номера и дефиле. По результатам конкурса титул «Мистер студенчества Саратовской области» завоевал Дмитрий Придун из Поволжского института управления. А мисс студенчества Саратовской области стала Диана Халикова из социально-экономического института. В этом году мы расширили его, и, конечно же, ребята были незаслуженно ранее забыты. Поэтому в этом году в конкурсе принимают участие студенты, лучшие студенты, необычные спортсмены, интеллектуальные, научные деятели, мужчины, молодые люди, которые тоже будут демонстрировать весь свой потенциал со сцены сегодня.